Всем добрый день, всем хорошего настроения, всем хорошей погоды. Сегодня воскресенье, праздник. Я пошла из дому прогуляться, потому что дома всегда начинаешь что-то делать. Находятся какие-то неотложные дела. Поэтому я, чтобы не грешить, просто пошла прогуляться. Сегодня день для съемок совсем неудачный. Очень-очень ветрено. Я думала, в лесу тише. Не слышно ветра. Нет, в лесу тоже очень ветрено. В лесу как после бомбежки. Видите? Сухие ветки валяются. Это после урагана. С другой стороны, это и хорошо. Таким образом лес естественным путем очищается. А веточки, которые попадали, они со временем перегниют. Это последствия урагана Юлия. Видите, свалила такую огромную сосну. Очень высокая сосна. Бедненькая пострадала. Оказывается, очень много сосен попадала. Вот тоже очень высокая. Видно, что не старая, молоденькое деревце. Ну, как молоденькое, относительно молодое, конечно. Очень высокое дерево было. Тоже пострадало. И вот сосна лежит. Очень много сосен попадало. Мне постоянно хочется снимать красивые видео о красивой природе. Я все время забываю, что мы живем в век прагматизма, а не романтизма. Людей больше интересуют тематические видео, чем романтические. И это, наверное, правильно. Люди ищут в видео какие-то практические ответы на свои вопросы. Романтика сейчас не в моде. И вот последнее мое видео о лебедях. Мне показалось оно настолько романтичным, красивым. Я себе даже не могла представить, что такое видео можно остановить. Не досмотрев его до конца. Но я романтик, понимаете? И мало того, что нету спроса на такие романтические видео, YouTube еще вдобавок списывает просмотры. Вчера посмотрела утром. Было 69 просмотров. Буквально через 2 часа смотрю, а там уже 63 просмотра. Как это может быть, я не знаю. Но я уже ничего не анализирую и не хочу анализировать. Просто вот сказала как факт, что было 69, через пару часов уже 63. Я перестала заниматься анализами всякими. Не анализирую больше. Просто снимаю, выкладываю и все. Правил Ютуба я не читала, я не знаю, где их можно почитать. А то, что говорят ютуберы в своих видео, я считаю эту информацию абсолютно недостоверной, Там иногда говорят такое, что и на голову не налазит. В данный момент для меня очень важно научиться работать со звуком. Я хочу научиться работать со звуком, чтобы в моих видео музыка внезапно не прерывалась, чтобы были плавные переходы. Этого добиться очень сложно. Слазь, Василий, как ты туда залез? Вот как залез, так и слазь назад. Давай, давай. Пиончики уже вылазят, видите? А еще будут морозы. Наверное, я сейчас к чем-нибудь прикрою. Вот беда. То тепло, то холодно. Не нравится мне такая погода. Вот пролески вылазят. Причем вылазят уже цветущие. Обычно высота пролеска где-то 10-15 сантиметров. А они уже вылазят цветущие. Это странно как-то. Я вот пришла домой и вспомнила, что я не купила хлеба. Придется идти еще и за хлебом. У меня всегда так бывает. Я всегда что-то забываю. А может, и хорошо, что забыла зайти за хлебом. Сейчас схожу на площадь. У нас там сегодня празднуется Масленица. Посмотрю, как люди празднуют Масленицу. Может, что-нибудь сниму. И для вас покажу. Вот с высоты второго этажа хочу вам сделать обзор нашей главной улицы. На площади и празднуют Масленицу. Я уже там была, но там снимать невозможно, потому что постоянно играет музыка. И тут, конечно, меня забанят. Вот, дорогие друзья, это все, что я сегодня вам хотела рассказать, показать. Сейчас я с вами попрощаюсь, а вы досмотрите это видео до конца, посмотрите, как люди на площади празднуют Масленицу. А я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам крепкого здоровья, всего вам доброго, друзья. До свидания, до новых встреч. Вот что удалось мне снять в перерыве между музыкой. Вот так празднуется у нас Масленица.